Меня всегда вот самого раньше мучил такой вопрос, и более того, даже многие клиенты, они его задавали. Ну, то есть, как бы, каким образом влияет вообще цена на сам дизайн? Ну, вот, если вам, например, заплатить там полмиллиона за логотип, ну, сможете вы сделать его круче в 100 раз, если... Ну, при этом в другом случае заплатить вам там 50 тысяч рублей. И наверняка, ну, как бы нет такой прямой зависимости, да? Ну, то есть просто ваши определенные ожидания от того, сколько это должно стоить. И ты понимаешь, что если тебе человек здесь говорит о том, что у него нет столько денег, есть гораздо меньше, то ты начинаешь искать уже какие-то вот, ну, уловки в плане того, что давайте я вам предоставлю меньше вариантов. Или давайте я там... у меня больше будет свободы какой-то. Я вам сделаю фестивальную типа работу, а вы потом, ну, закажете у другого дизайнера через какое-то время разочарованно. И вот эти все отговорки уже именно из-за того, что, ну, как бы мне же меньше заплатили, поэтому я буду меньше работать, они изначально формируют твое отношение к этой работе. А если... Наоборот, вы делаете для друзей, и у них просто нету денег никаких совершенно бесплатно, то бывает же гораздо прикольнее. Ну, то есть у меня самый большой драйв от работы был, когда ко мне пришли люди вешать шторы, и они совершенно, ну, мы просто разговорились, и они узнали, что я дизайнер. Они говорят, ну вот, мы, у нас типа подряд такой, мы называемся кооператив «Локомотив». Ну, вдвоем работаем просто. У нас есть название, мы его придумали, мы вообще-то... киповцы, ну, а так подрабатываем сами по себе, делаем все просто, что нужно дома. И я говорю, ну, круто, давайте я вам нарисую лого, но типа не так, что вот это будет какой-то заказ, а поспорим. Ну, то есть, если вы повешаете мне шторы, и я быстрее, чем вы повешаете шторы, нарисую вам логотип, то я не буду платить за эту работу. Ну, типа, а вы как бы, ну, останетесь, я вам подарю. Ну, все равно это фан такой. Вот, и они вешали шторы 7 минут 40-45 секунд. Вот, и я им нарисовал логотип, визитку и плакат. Вот, им понравилось, они приняли, и после этого еще нарисовали анимацию тут же этого логотипа, ну, там. Он как бы очень простой, но тем не менее, он все равно был нарисован. То есть это не набранный шрифт какой-то вручную, а вот... За 7 минут я его нарисовал, я получил адское удовольствие от этого. При этом самый большой заказ, вот сколько я за него получал, сейчас скажу, 1 500 000 мне платили за работу, и, ну, совершенно никакого удовольствия. То есть мне сосали мозг на протяжении полугода где-то. Ну, то есть уже было принципиально все это доделать, и доделать так, как вот... У меня есть папка «Самые идиотские правки от заказчика». С этого проекта там больше всего в этой папке лежит. И я периодически студентам там, бывает, показываю оттуда шедевры эти. Ну, то есть это не зависит. Вот эта цена, на самом деле, она не влияет. Ты не знаешь, где ты можешь оторваться и в какие моменты получить гораздо больше удовольствия или вообще сделать, в принципе, более качественную работу. И ценник здесь вообще ни при чем. Именно из-за того, что... у тебя в работе подход меняется. Ну, то есть, когда ты начинаешь работать, то ты понимаешь, что ты это делаешь не из-за денег. Если же наоборот, корысти ради, тогда, соответственно, чем больше заплатили, тем круче ты должен выдавать результат.